Инопланетный разум. Гена, ты где? Я его нашел! Что это тут такое? Это круг на траве. Ничего не напоминает? Да, где-то я такое уже видел. Вспомнил, в вашем с дедушкой журнале была такая картинка. К нам что, инопланетяне прилетели? А вот и следы их пребывания. Ты думаешь, это они оставили? А кто же, по-твоему? Это похоже на деталь от летающей тарелки. А значит, они обязательно за ней вернутся. Готово, будем ждать. Тише, никого тут нет. Так это сон. Инопланетянин. Прям настоящий, дай глянуть. Ой, в скафандре. Ну что там? Руками машет или что у него там вместо рук? Наверное, сигналы кораблю посылает. Какая необычная система передачи послания. Дай мне это посмотреть. Что-то ищет. Ага, деталь от звездолета. Пусти посмотреть. Ой, мамочки, он трансформируется. Ужас какой! Бррр. Фу ты! Это ж капля на линзу упала! Хотя... исчез! Пришелец исчез! Трансформировался и телепортировался! Пора собирать пресс-конференцию! Пусть весь мир узнает, что мы не одни во Вселенной! Дедушка, как на телевидение позвонить? Срочно! Зачем телевидение? Мы инопланетянина видели! Настоящего! Я знал! Я верил! Скорее ведите меня туда! Он вот так руками махал и ногами дрыгал! И ведь в статьях об этом ни слова! Это ж настоящая сенсация! Вот-вот! А еще он телепортировался! Раз, и его уже нет! Телепортировался! Звучит как музыка! Ёлки-палки! Дедушка, ты не огорчайся, он обязательно вернется, потому что у него деталь от корабля отвалилась, вот это. Деталь от корабля? Ты что, нам не веришь? Но мы его видели, правда? Как он там ногами дрыгал? Сидите здесь, я быстро. В трубу смотрите, не забывайте. Что это с ним? Ой, смотри, пришелец снова здесь. По кругу бегает и опять руками машет. Кажется, он мне машет. Идет к нам. Давай убежим. Бесполезно, он же телепортироваться умеет. Все, сейчас мы встретимся с инопланетным разумом. Земляне приветствуют вас. Ну, привет. Ой, дедушка? Что же вы, родного деда не узнали? А что это было, дедушка? Да вот, решил физкультурой заняться, а гантель сломалась. А трава примялась, когда ты кругами бегал, значит? А скафандр всего лишь капюшон. У нас в лесу, у нас в лесу, у нас в лесу завелся слонопотам. Он на поляне ночевал, так траву помял, ужас. Вы что, мне не верите? Миротворец.
чего она? Я тоже хочу с желтым помпончиком. Это моя шапочка, ясно? Ты мне больше не сестра. И ты мне. Как же их помирить? Надо сделать для них что-нибудь хорошее. Идея. От Розы, от Лизы. Они так обрадуются. Малыш, пойдем пить чай. Пойдем, пойдем. Ой, а вы уже помирились? А чего из-за ерунды долго ссориться? И не говори, мы решили, что шапочки будем по очереди носить. Здорово. А я боялся, что вы больше никогда не помиритесь. Вот еще глупости. Да просто остыть надо было. Ага. Ух ты, бух ты. Ой, 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 что это? Ой, ой, кошмар. Ой, мама. Это все из-за тебя. Нет, это ты виновата. Ты должна была следить за малышом. А ты где была? А тебя не касается. Не зли меня. А ты не кричи на меня. Ну вот, опять придется что-то придумывать. Микромир. Ой. Эх, да куда же он делся-то? Дружок, там чудище с хоботом дымит. Чудище? А ну идем посмотрим. Попался! Сдавайся, чудище! Генка, ты что это на себя нацепил? Это костюм химической защиты. Вы мне чуть важный опыт не сорвали. Что за опыт? Я изобретаю универсальный уменьшитель. Если этим веществом обработать любой предмет, то он должен уменьшиться в 100 раз. Мне бы твои проблемы.
Я вот значок утром где-то во дворе потерял. Призовой. Гена, а можно твоей штукой рассольника поменьше сделать? Мое изобретение не для баловства. К тому же хочу добавить в жидкость экстракт трифолиум медиум. Экстракт чего? Клевера. Ген, а что ты хочешь уменьшить? Не что, а кого? Себя. Давно хотел изучить микромир с точки зрения его обитателей. Дружок уменьшился! Он же теперь совсем маленький. Меньше муравья. Малыш, следи, чтобы дружка не затоптать. Я сейчас. Дружочек, никуда не ходи, а то заблудишься. Мы тебя спасем. Жаль, меня не выдержит. Давай я. Ну что там? Видишь дружка? Что-то вижу. Нет, это не дружок. Так дело не пойдет. Уменьшусь сам и найду дружка. Мы, наверное, дружка раздавили. Эй, что это у вас тут творится? Дружок, ты разве не уменьшился? Я и не думал. Я же говорил, ерунда. Кеды не уменьшились, зато запачкались. Пришлось чистящее средство искать. А вы что, решили, что я лилипутом стал? Вот умора! Мы за тебя беспокоились. Мог бы и спасибо сказать. Дружок, я пока тебя искал, твой значок нашел в траве. Правда? Где же он? Он уменьшился. Наверное, Генкина жидкость только на значки действует. Эх. Да шучу я. Вот же он! Улыбка фортуны. Выигрыш! Ура! Представляете? Я выиграл! Да, такой сон не каждый день приснится. Ага, срочно покупаем лотерейный билет. Нюхом чую, выиграем. Вы вообще про такую штуку, как статистика, слышали? На этих ваших лотереях выиграть нереально. А я верю в хорошие сны. Дружок, я в доле. Вот, все мои сбережения. Подождите меня, я тоже хочу в долю. А это мои жеребения. Так ты с нами или как? Ой, ну прям не знаю. Ладно, так и быть, схожу, куплю вам этот несчастный билетик. Все равно на улицу идти. Ну, сколько она там? Держите,
тратя свое счастье, купила самый симпатичный лотерейный билетик. Три футбольных мяча означает выигрыш. Ага, сотри защитный слой и увидишь, как ваши денежки говорят вам: прощай. Это мы еще посмотрим. Первый. Второй гвоздь Мехкеды. Ура! Выигрыш! Ура! Я же говорил! Я чуял! Я знал! Ура! Нереально! Спасибо вам всем за поддержку! Ну все, я за своим выигрышем! А с чего это вдруг выигрыш твой? Как это с чего? Мне же сон приснился! Значит, и выигрыш мой! А денежка на билет тебе тоже приснилась? Я спонсор, значит, и билет мой. Интересненько. А я, выходит, вообще ни при чем? Конечно ни при чем. Но я прямо в восторге, а? А билет кто покупал, по-вашему? Кто его выбирал, а? Да если бы не моя легкая рука. Ура! Я придумал. Чтобы не ссориться, нужно разорвать билетик на равные части и поделить. Вот еще. Глупости. Это прикол. Мой билет делить будем. Вот именно. Мой. Отдай сейчас же. А я говорю мой. Эй, Лизка, а ну-ка. Ой, отдай. Ой. Ой-ой-ой. Мое. Отдай. А я говорю мой. Отдай. Мой. А ну-ка, отдай. Деньги. Да где же этот билет? Куда он запропастился? Смотрите, я наш один билетик поменял на много таких же билетиков. Теперь всем хватит. Все, это последний. А я говорила, статистика нереальна. Эх, дырявый мяч! Нужно было сразу выигрыш поровну делить. А малыш ведь говорил, почему мы его не послушали? Что на нас нашло? Накинулись друг на друга из-за какой-то лотереи, как неродные прям. Эх, мы же одна семья! Барбоскины гвоздь мне в кеды! А из-за этих глупых бумажек? А давайте все вместе посмотрим телевизор. Ага, точно! Хорошая идея! А потом все вместе пойдем гулять. Я согласна. А ты и я, мы с тобой друзья. А ты и я, мы с тобой. Ну вот и хорошо. Теперь никто не будет ссориться. Шпионские каникулы. Ох, Генка, это же круче, чем в провале резидента. Пш, преследую шпиона. Пиу, пиу, пиу. Долго еще? Готово. Вот оно, идеальное устройство для слежки. Круто. Осторожно, не сдуй. С этой штуковиной мы станем супершпионами, как в секретной миссии. Какой-какой миссии? Я тоже хочу стать супершпионом. Не подходи! Здесь все засекречено. И малышей в шпионы не берут. Внучек, что приключилось? Я в шпионы не берут, потому что я маленький. Ай-яй-яй-яй-яй. Не расстраивайся. Есть у меня один дедовский способ. Вот, отличный объект для испытаний. Это дедушка, что ли? Да ну, неинтересно. Лютик, Лютик, я Василек. Задание понял, прием. Кем это он? Куда это он? Давай, выпускай нашего маленького шпиона.
Вот это устройство! Лежи себе на диване и наблюдай. Лютик, приступаю к выполнению задания. Шпион обнаружен. Кажется, наш шпион спалился. А, слышал звук? Показалось. Нужно изобрести что-то более хитрое. Похоже, наш дед настоящий шпион. Лютик, я Василек. Объект вижу, приступаю к выполнению задания. Сломалось, что ли? Смотрите, что у меня есть. Так это ж наши... А ну-ка, признавайся, где ты это взял? А, вот где. Василек, это Лютик. Операция завершена. Отбой! А? Слышал звук? Показалось. А, так значит, дедушка был всего-навсего приманкой? И никакой он не тайный агент! А вы говорили, малышей не берут шпионы. Ну, и кто из нас шпион круче? Практическая магия. Уроки волшебства. Урок первый. Исчезновение предметов. Медвежонок, исчезни! Верьте в себя, и у вас все получится. Сделайте глубокий вдох. Медвежонок, исчезни! Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза. Лиза! Ух ты, пух ты! Медвежонок! Напрягите живот. Лиза, можно я возьму его поиграть? И основание черепа. Ой, я верну. Честное-пречестное. Можно? Медленно кивайте головой. Спасибо, Лиза! Ты такая добрая! Поднимите руки вверх и резко вытяните их вперед. Медвежонок, исчезни! Теперь я волшебница! Ура! Я научилась! Что бы такое наколдовать? Вратарь выбивает мяч в центр поля! Пас Аршавкину! Перевод Гавкину! Передача! Удар! Ой, прости, Лизка! Я не заметил! Смотреть надо! Вот неяха! А я сегодня дежурю! Дружок, а ну вернись! Убери за собой! Потом! А может, его в жабу превратить? Так.
мешать будет. Лучше превратите его в уборщицу, то есть в уборщика. Лиска, ты чего? Обиделась, что ли? Да ладно тебе, я же извинился. Ну, хватит злиться. Все, мир? Уборщик! Ой, гвоздь мне в кеды! Я тут распинаюсь, мирюсь, а она дерется. Сестра называется. Все, ты для меня больше не существуешь. Уборщик! Хм, ничего, с медвежонком тоже не с первого раза получилось. О! Тебе тут сладенького принес. Кушай, поправляйся. А я все твои дела сделаю. Пол подмету, посуду вымою. Ну и все остальное. Ты, главное, лежи, отдыхай. Ура! Получилось! Дружок-уборщик! Все-таки я настоящая волшебница. Что бы еще наколдовать? О! А наколдую-ка я, чтобы мой Мишка появился. Спасибо, Лиза. Медвежонок, появись! А? Кто бы сомневался? Нянька. Все готовы? А где дружок и малыш? Дружок, одного тебя ждем. Ай, как будто без меня грибов не соберут. Дедушка, а можно я останусь? Во, а я за ним присмотрю. Ладно, дружок, остаешься за взрослого. Ура! Мы будем играть в няньку. Ага. Значит так, за территорию участка не выходить. Рядом с теплицей в мяч не играть. На качелях сильно не раскачиваться. Ты же сам это делал. И со взрослыми не спорить. Давай поиграем. Я занят, у взрослых свои взрослые дела. Но ты же обещал за мной присматривать. Да здесь я, здесь. Дружок. Ну чего привязался? Дружок. Смотри, что я нарисовал, дружок. Видал, как у меня получается? Малыш! Ищи меня на спортплощадке. Малыш! Малыш! Встань в центр. Ай! Я уже в сарае. Ну, держись. Ай, ай, ай! Я в песочнице. Ну уж нет, я больше в эти игры не играю.
Песочница. Меня два раза не проведешь. Ай! Я больше с тобой не играю. Теплица. Надоело мне. Сам себя ищи. О, скоро же грибники придут. Малыш! Малыш! Теплица. Малыш, выходи! Хватит прикалываться! Выходи! Сейчас дедушка придет! Что я ему скажу? Малыш! Малыш, извини, что я с тобой не играл! Выйди, пожалуйста! Малыш! Малыш! И где малыш? А мы это... в прятки! В прятки играем! Только я его найти не могу. Потерял? Малыш! 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 Дедушка, не волнуйся, я уже нашелся. Малыш! Как вы здесь без меня? Все хорошо, дедушка. Мы играли в няньку, дружок вел себя послушно. Даже днем поспал. Сегодня пойдем за черникой. Дедушка, а можно я опять останусь? Кого же мне сегодня с тобой оставить? Чур не меня! Раз шпаргалка, два шпаргалка. Я уже близко, почти догнала тебя. Размечталась, еще немного. Прошел контрольную точку. О, контрольная! Да сдалась мне твоя победа! Я ж про контрольную завтрашнюю забыл! По-русскому! Подумаешь, контрольная! Выучи правила и вперед! Могу помочь! У меня по-русскому твердая пятерка! Нет, не пойдет! У меня память дырявая! Ничего в голове удержать не могу! А как же ты расписание футбольных матчей на зубок выучил? Нашлась чем сравнивать! Футбол и правила по-русскому! Тогда у тебя один выход! Шпаргалки! Точно! И учить ничего не надо! Жи, ши, пиши с буквой И. Чаще пиши с буквой А. То либо не будь, через дефис не забудь. Частица «нет» пишется раздельно. Фу, последняя. Дружок! Поешь хоть, даже про ужин забыл со своими шпаргалками. Гвоздь мне в кеды. Ой, извини. Жиши пиши с буквой И. Чаща пиши с буквой А. То либо не будь, через дефис не забудь. Частица «не» пишется раздельно. Агнеса Леопольдовна точно не догадается, что у меня здесь шпоры спрятаны. Ну да. Более нелепую идею сложно представить. Вот именно! А тебя друзья не засмеют, если ты с игрушкой в школу придешь? Ха-ха! Хорошо смеется тот, кто смеется после контрольной! Где? Где заяц? Роска, ты моего зайца не видела? Неужели пропал? Ой, это, наверное, малыш его в садик забрал. Это же его любимый зайка. О, хорошо, что рано встал. Еще успею новые шпаргалки сделать. Жи, ши, ча, ща, то, либо, не будь, не, раздельно. Дружок,
уже... Шпаргалки получились крупноваты. Времени уже не было мелко писать. Но ничего, главное до школы дотащить. Гвоздь не в кеды! Какой ужас! Все, это конец. Новые я уже не успею написать. А давай я тебе записку от мамы напишу, что ты заболел, и не надо будет на контрольную идти. Вот. Ты чего тут понаписала? Уважаемая! Правильно, уважаемая! Дружок не придет сегодня в школу. Не, в этом случае пишется раздельно. Придет через «и». А сегодня пишется через «е». Нет, Агнеса Леопольдовна точно не поверит, что это мама написала. Дружок, а ты, оказывается, все правила знаешь. А говорил, что память дырявая. Ой, и правда, пока шпаргалки переписывал, все запомнил. Так что же это получается? Я могу теперь просто так на контрольную идти, без шпаргалок? Конечно, теперь ты точно пятерку получишь. Гвоздь мне в кеды! Жиши-чаща! Ха-ха, я побежал! Не зря я старалась. Задание на лето. Так, по литературе. Это прочитала, это записала. Так, краеведение. Показать красоту своего края, местности, где вы живете, увидеть в обыденном прекрасное или необычное. Зарисуйте или сфотографируйте увиденное. Ой, ну какие у нас красоты-то? Ни моря, ни пальм, ни пейзажи нормальных, ни экзотических животных. Фу! Одни только назойливые насекомые. Что снимать-то? Огород? Ха, очень необычно. Куст? Ну, прям прекрасное рядом. Любоваться совершенно нечем. А ты у дома экзотику не ищи. Ты в лес ходи, прогуляйся. Места у нас красивые. Ха, да? Да-да. И малыша захвати. Познавательно будет. Пойдем, малыш, полюбуемся красотами нашего края. Роза, смотри за малышом, он еще маленький. Ладно. Путешествие, путешествие. Ага, кругосветное. Тропинка, как тропинка. Деревья, ничего особенного. Ну что ж нам задали какую-то ерунду? Малыш, ты где? Я тут. Не отставай. А долго мы еще будем идти? Долго, пока не встретим красоты. Зачем? По заданию. Ну ладно. Мне б твои заботы. Ну, и на что тут любоваться? Так, малыш, подожди здесь. Я заберусь повыше и осмотрюсь. Может, увижу что-нибудь необыкновенное. Хорошо. Все как всегда. Один бурьян да лопухи. О, земляничка. Еще, еще. Ух ты, пух ты. Придется тащиться дальше. Пойдем, малыш. Малыш, ты где, малыш? Малыш! Я тут. Дворце. Здесь изумрудные потолки и высокие колонны уходят прямо в небо. А еще тут сокровища и чудесные угощения. У малыша галлюцинации. А еще тут чудесные существа. Точно! Он провалился в какую-то яму и ударился головой. И трон с золотыми цветами. А-а-а!
так вопить-то? Здесь я иду, иду. Так, слезами тут не поможешь. Надо малыша искать. Роза, зачем ты ломаешь зеленый дворец? Малыш, иди ко мне. С тобой все в порядке? Где ты ударился? Я чуть с ума не сошла. Со мной все в порядке. Ничем я не ударился. Где ты был? Вон там, в зеленом дворце. Хочешь, я тебе покажу? Говорила море, море. Маскировка. Тебе легко говорить. Да делов-то! Подошел к Розе и спросил, как она к тебе относится. Как это подошел? Не, я так не могу. Привет, Тимоха! Привет, Роза. Можно малыша? Малыш, привет. Привет. Вы же пойдете с Розой гулять. Ну да. Будь другом, помоги. Выясни у Розы, как она ко мне относится. А я рядом буду. Ну, замаскируюсь там. Ух ты, пух ты. Будем играть в маскировку. Выручай, парень. А то самому как-то неловко. Я тебе больше скажу. Тут такое было. Сижу я дома, вдруг звонок. О. Ага. Малыш, догоняй. Вот именно. Договорились. Ты спрашиваешь? Я подслушиваю. Я ж не знаю, что происходит. Да-да. Ага. Роза, а как ты относишься к Ти... Ну, как ты относишься к телефонным разговорам? Малыш, давай потом. Я сейчас занята. Иди вон, с горки покатайся. Ой, не говори. Да, ты так думаешь? Вообще ничего не понимаю. Ты зачем так сразу про меня? Издалека начни. Малыш, ты с кем там разговариваешь? Я со снежинками. Ой, не говори. Постоянно проблема. Ну давай, как договорились. Ну да, это когда еще физкультуру отменили. Минутку. Что с тобой, братик? Ой, Роза, а вот скажи. Вот, например, если... Ну вот у нас же есть соседи, да? И что? И среди этих соседей, может быть, есть... Ну, такой... Так, малыш, давай я договорю, и потом поиграем с тобой, ладно? А пока пойдем я тебя на карусели покатаю. Да, извини. Так вот, о чем я говорила? Только зря форму таскала. Вот это маскировка. Ага. Ой, там еще почище случай был. Давай вместе погуляем.
Как с тобой весело! Ты мне так нравишься! Ты мне тоже нравишься! Я все боялся тебе это сказать! Фуэте. Мы прослушали отрывок из балета «Щенячье озеро». Сегодня мы берем интервью у всемирно известного танцора Гаврышникова. Буль, как вы попали в балет? Ведь вы же были ученым. О, да! Я работал на дронном коллайдере. Полет элементарных частиц — это настоящий восторг! После наблюдения за ними, мое тело само начинало танцевать. Сначала я пускался в пляс прямо на работе, а потом решил целиком посвятить себя великому искусству балета. Мух разгоняешь, что ли? Вообще-то, я танцевал. Ха-ха-ха, танцевал! Кто ж так танцует, гвоздь мне в кеды? Танцам учиться надо. А я и буду учиться. Гвоздь мне в пуанты. Во, завтра как раз набор в танцевальное училище. Завтра же награждение. Ты что, забыл? У тебя же первое место в олимпиаде по математике. Ты меня обещал с собой взять? Математика? Как это старо и оторвано от жизни. Дружок, знакома ли тебе красота танца элементарных частиц? Роска! Ой, Роска, беда! Генка решил танцором стать! Завтра в училище поступает. Ну и что? Заодно похудеет. Он же там весь ум растрясет. Кто нам математику делать будет? Танцевальное училище, говоришь? Да он туда не поступит. Там же фуэте надо показать. Как это фуэте? Роска, фуэте – это вещь. Выше. Поднимайся. Попробуем еще раз. Может, лучше пойдем спать? А завтра награждение. Там еще и угощение будет. Будет вам завтра фуэте. Сказали, пуанты в танцевальное училище взять можем, а самого Гену Барбоскина нет. Ну как ты их сделал? Да ерунда. Прикрутил мини-движок к подошве, загрузил видеосъемку танца Гаврышникова, и вуаля! Пуанты стали повторять движение его ног. К сожалению, только ног. А можно я их Тимохе покажу? Я мигом во двор, туда и обратно. Показывай. Вот до чего дотанцевался. Сплошная деградация с точки зрения науки. Все. С сегодняшнего дня математика, физика и химия. И никакого балета! Гена! Фуэте! Это жуть!
прирожденный лидер. Такс, гардероб с подобной цветовой гаммой выдает личность смелую, отчаянную и ловкую. Ха, ну, все верно, это про меня. Но часто безответственную и слабовольную. 4 из 10. Про волю и ответственность прямо в точку попал. Можно подумать, тебе есть чем гордиться. Тонкая натура, но лишена кулинарных навыков. 3 звезды. А мои 6 пока никто не победил. Тест личности по одежде? Это не научно. 2 звездочки. Говори, что хочешь, а тест прав. Умственные способности превосходят физическое развитие. Глупости. Это случайные характеристики. Сейчас я вам докажу. Малыш еще не развился до личности. К тому же он не сам гардероб выбирает. Этого не может быть. Испытуемый одет изящно и стильно. Подобный гардероб выдает прирожденного лидера. Звезду спорта или кино, а также, возможно, гения науки или искусства. Да уж, живешь вот так, а у тебя под носом подрастает звезда мирового масштаба. Вот повезло малышу, великим спортсменом станет. Не верю! Соберись и дай больше трагедии. Поехали, с 8-й строки. Наша Таня громко плачет. Ого! Вы чего за цирк здесь устроили? Это не цирк, это ж театр. Эх, малыш, губишь ты свое будущее. Ты же прирожденный спортсмен. Так, 5 минут перерыв. Вы нам мешаете. У малыша все данные для великого актера. Вот добьется он славы и успеха и обязательно вспомнит о благородных старших сестрах. Так бессовестно использовать ребенка. Шанс стать выдающимся спортсменом ничуть не меньше. Пусть уж лучше вспомнит старшего брата, который всю жизнь его тренировал. Малыш, помнишь, я всегда тебе запрещал брать мои спортивные принадлежности? Говорил, ты еще слишком мал. Сегодня официальный день твоего взросления. Вперед к спорту! Нигде не можем его найти. Нет его здесь. А теперь прошу прощения. Мне читать нужно. Спасибо, Ген. Все сегодня как-то странно себя ведут. Малыш, ты рожден, чтобы стать гением науки и искусства. И кто, как не я, будет твоим верным проводником в мире книг и знаний? Наверное, да. Так, одежда характеризует личность спокойную и ничем не выдающуюся. Однако подобный индивид способен стать самым преданным другом. Эй, малыш, подожди! Ты куда, малыш? Стой! Проявить смелость. Малыш, не трогай, пленку засветишь. Так, вам понадобится специальный бачок, реактивы. Нужно было на цифру снимать. Бац, готово. И наматывать пленку на бобину в полной темноте. Ух ты, пух ты. И где мы полную темноту возьмем, интересно? Я знаю, на чердаке. Молодец, малыш.
Ага, а откуда бачок возьмется? Тоже на чердаке. Я видел такой зелененький за сундуком. Неси сюда, посмотрим, что там за бачок. Также для проявки фотопленки вам необходимо... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот застрял-то. Ну давай же. Ну вот, еще за реактивами тащиться. Малыш, ты чего? Что случилось? Там привидение. Что? Привидение там, на чердаке. Глупости какие. Малыш, привидений не бывает. Это все сказки. Не сказки. Я сам видел. Самое настоящее, большое. Ну-ну, пойдем посмотрим на твое большое настоящее. Лиза, стой! Туда нельзя! Оно злое, страшное! Не ходи туда! Нет там никого! Сейчас сам увидишь! Ты что, с ума сошел? Отпусти! Не пущу! Лиз, да ладно! Не ходи ты на этот чердак! Вдруг там и правда привидение? Чего? Ну да-да, точно! Не пойду! Малыш, не волнуйся! Никто на чердак не пойдет. Успокойся. И пленку проявлять на чердаке не будем. Конечно, не будем. В ванной проявим. А мы сейчас мультик включим и посмотрим все вместе. Твой тайный помощник. Ура! Да здравствует Лунтик! Нет, это ошибка. Лунтик! Пойдем реактивы покупать. Лунтик! Пока он мультик смотрит. Тайный помощник? Это не Лунтик. Это кто-то другой. Кто-то починил мостик через... Давайте. Ой, ушли. Роза, Лиза, можно еще серию? Роза, Лиза, вы где? А если... Нет, не может быть. Они же обещали. Розе, ой... Ушли на чердак. Роза! Лиза! Мама! Папа! Привидение украло моих сестренок. Не пришли еще? Что делать? Мне страшно. А сестричкам еще страшнее. Я должен их спасти. Моих сестер. Все равно я синяя. Верни Розу, Лизу, и уходи. Малыш! Малыш, что происходит? Ура, я победил привидение. Спасибо тебе, малыш. Ты очень смелый. Да, спасибо. Ну как? Скажи, здорово! Ты права. Пленка есть пленка. Привидение! Девочки, не бойтесь, я с вами. Ты очень смелый, малыш.